Позиции обороны Харькова в течение 1 марта постоянно находились под воздействием огневых средств врага, авиации, реактивной артиллерии, стрелкового оружия. Во второй половине эпохи северо-восточные и северные сектора города были атакованы механизированными подразделениями врага. Все атаки отражены, российский враг понес значительные потери. Только техники более 40 единиц. Позиции удержаны. Подразделения теробороны, нацполиции и ВСУ вели бои с диверсионно-разведывательными группами противника, одна из которых при попытке выйти из города атаковала военный госпиталь. Все диверсионно-разведывательные группы ликвидированы. Уничтожен один вражеский самолет. Пилот после катапультирования застрелился. Ночью состоялась бомбардировка самолетами Су-25, позиции Чугуева, Башкировка и аэродром, города Харькова, ТЭЦ-5, танковского училища на Полтавском пути и общежития на Клочковской. Пожар в результате авианалета еще ликвидируется. Идет детонация снарядов. Вчера зашло в город на логистические центры 12 фур с продуктами и питьевой водой. Сегодня будем обеспечивать самым необходимым спальные районы. За сутки пострадали 112 человек, погибли 21. Данные будут обновляться. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.